Это очень вкусно. Блины суперские. Закваска для кислых блинов. 20 грамм свежих дрожжей. 250 миллилитров воды. 1 чайная ложка соли. 1 чайная ложка сахара. Все перемешиваем. Когда все объединилось, всыпаю 150 грамм муки ржаной обдирной. Это наше вот такое стало. Теперь мы это оставляем на 3 часа минимум. Можно оставить на всю ночь. Накрою пленкой и накрою полотенцем. 1 килограмм картошки сырой я измельчу вот на терке, которая для драников. Можно измельчить на кухонном комбайне. Все, я картошку измельчила, сейчас добавлю в тесто. Прошло 3 часа. Вот такая моя опара стала. Я сюда добавляю натертую картошку. Добавляю 3-4 ложки пшеничной муки высшего сорта. Добавляю сюда 1 яйцо. Накрываю пленкой, полотенцем и оставляю, пока не поднимется хорошо. Это пройдет, может, один. Все, прошло больше часа. Вот так оно выросло, наше тесто. Сейчас мы его не перемешиваем, ничего. Половником сразу накладываем на горячую сковородку. Вот оно такое. Видите, какое пористое, красивое тесто. Жарить я буду на смальце. Это свиной жир. Сковородка разогрелась. Она должна быть очень хорошо разогрета. Наливаем. Какой вы толщины хотите? Один половник или два? Или может даже три? Вот так раскалываем. Сразу унижаем огонь на семерку или на шестерку. И закрытой крышки. Минуты 3-4 с одной стороны. Не забываем, что здесь у нас картофель в составе, его нужно хорошенько пожарить. Вот так переворачиваем. Жарим до румяной корочки. Видите, первый блин готов. Такой пористый, без дырочков. Тоже накрываем крышкой. Все, все блины испеклись буквально за 30 минут. Гора блинов. Видите? Какие пористые. Их можно есть чем угодно. Даже с вареньем будет вкусно.
очень вкусно. Блины суперские. Готовьте. Очень вкусно. Готовьте смело. 3, 4, 6, 7, 8 блинов, и один я уже распотрошила. Штук. Очень вкусные. Можно с салом, с колбасой, с чем угодно. Это забытое блюдо. Его мало кто готовит сейчас. Это потрясающий рецепт, старинный рецепт, так делали в деревнях. А я желаю вам хорошего дня, исполнения всех ваших желаний. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк, делайте репост. Всем пока, ребята. Вкусно? Угу. Очень. Очень вкусно.